Чё, народ, короткое видео. Я остановилась на ночь на тракстапе Мизури. Неплохой такой закат солнышка. И знаменитый Petrol. Тракстап на I-70. На 70-ке. Неплохой здесь буфетик. Trucker store. Все дела. Большой паркинг. Но что-то здесь по телеку говорят, что какой-то шторм надвигается. Поэтому мы утром с утра уезжаем отсюда. Достаточно теплый день был. 50 аж было, но что-то сюда надвигается нехорошее. Кто-то заделал трак свой красиво таким цветом. Петрушка, по-моему, да? Или Кенворд. Ну, петруха. Вот. Это так, друзья. И мы только выехали за Канзас. И уже остановились на ночку. Было время остановиться, заправиться, принять душ бесплатный, когда заправляешься. Поэтому неплохо. Вечер удался, как говорится. Я еду на Индиану завтра. Как-то так. Будет что-то новое, обязательно сниму. Вон остатки Канзаса виднеются вдали. Остатки Канзаса. Уже поздновато вечер, уже где-то 6 вечера, поэтому темноватенько, да, для видео. Десятка там, поэтому утром выйду, будет сразу на выезд. Хорошо, не надо далеко выезжать, сразу хайвейка идет.